приветище! Сегодня у нас с тобой событие, потому что мы будем играть в игру, которую я еще, будучи школьником, проходил в 2008 году. Ух, ностальгия! И вот спустя 16 лет я возвращаюсь в нее, потому что в 2023 вышел ремастер, то есть графику подтянули, она современнена. Хуже от этого игра не стала. Игра называется Dead Space, уверен, ты слышал про нее. Это хоррор космический, и сегодня мы будем бояться. Начинаем новую игру. Сложность будет средняя, чтобы не потеть. Миссия от CIC 529. Статус Келион, курс система Эгиды. Директива A. Установить местонахождение добывающего корабля Ишимура. Айзек, это я. Поговорить бы с тобой. Прости. Прости меня за все. Мне совсем некому выговориться. Здесь все летит к черту. Не верю, что это наяву. Так странно. Такая ведь ерунда. Это она? Николь? Да, не отвечала несколько недель. Мы вот-вот прибудем, а ты все переслушиваешь. Скучаешь по ней, да? От контрактов на Ишимуру не отказываются. Но полгода порознь на одной видеосвязи — это не сахар. Легко что-то не то ляпнуть. Я тебя понимаю. Девушку слушать приятнее, чем ликбез по безопасности от Хэммонда. Предупрежден, значит вооружен, мисс Дэниелс. Вы уже говорили. Ну вот, гипервыход должен быть мягким. Выйти на Эгиду 7. Я бы не смог полгода пялиться на этот обломок. Для вольного шахтера это рай. Эгида 7 одна из удачнейших находок CIC. Старателям на всю жизнь хватит. Так и где он? Это мы. Айзек. Вот. USG Ишимура в пределах видимости. Ну и красавец. Крупнейший планетарный потрошитель в своем классе. Вижу, Эгиду уже начали курочить. А где освещение? Должны быть габаритные огни. Да. Подхожу на дистанцию вызова. Нас там должны ждать. Аккуратнее на подлете. Рядом с любимчиком Сиси неожиданности нам не нужны. Ха, неожиданности? Это их вы выискивали в моем досье перед полетом. А вы проверяли? Я компьютерный аналитик. Профдеформация. Это стандартная проверка биографии, мисс Дэниелс. Когда работаешь с лучшими, иначе никак. Сэр, можем их вызвать. USG Ишимура. Это аварийная бригада USG Келлион. Прибыли на ваш сигнал о помощи. Ишимура, прием. Ишимура, как слышите? Прием. Ишимура, я USG Келлион. Ты видел, чтобы на таких кораблях отказывала связь? Ни разу. Что там? Никто не может поднять трубку? Что это за хрень? Звучит как битый сигнал. Может, проблемы с дешифратором? Мы с Дэниелс его поправим. На все, часов 48. Ну вот, будет время пообщаться с Николь. Да, надеюсь. Джейн, Джонстон, стыкуемся. Гравизахват включен. И начата процедура автоматической стыковки. Не слушается! Корчик стоит. Сука, мы сбились с курса! Дэниелс! Могу переключить на ручное. Черт, скорость не падает. Мы врежемся. Джейн, иди к аварийному стабилизатору. Вон он, синим светится. Может, он нас затормозит. Понял. Поднять защиту. Не держаться. Никто не ранен? Я нет. Жить буду. Эй, Джонстон, ты как? Лодыжка. Кажется, сломала. Плохо. Но пусть лучше лодыжка, чем шея. Вовремя выпрос стабилизатор. Всегда читаю инструкции. Что за херня у них с системой посадки? Нас чуть по борту не размазало. Добавьте в список на починку. Чей? Отчет.
Связь накрылась, сорвало двигатель левого борта. Один стабилизатор горит, сингулярный конвертер на ладан дышит. Неполный ужас, но близко к тому. Идем за помощью. Джонстон, останетесь тут. Врача мы пришлем. Остальные за мной. Сразу же надеваем шлем. Мы вообще инженер. Мы очень хорошо разбираемся в кораблях. Новоприбывший, глава первая. Следуйте за охраной. Отойдите, тусу. Да уж, вот это мы шмякнулись. А планировали устранять аварии. Импульсные винтовки? Стандартная процедура, мисс Дэниелс. Зарегистрируем их в зале прилета. Эй, люди! Куда все делись? Такую посадочку только глухой не услышит. Бросьте, Чейн. Благодаря вам все уцелели. Джонстон бы поспорил. Но если предлагаете поставить мне стаканчик вечером... Я бы опрокинула что-нибудь от нервов. Особенно если платят сессии. Видно кого в диспетчерской? Нет, там пусто. Короче, барышня, которая с нами идет, это айтишник. Она с компами дружит. А вот эти два чувака, это... Ха, ну хоть вывеску мы не сшибли. Это, короче, служба безопасности. У них пушки, у них все есть, а мы, собственно, в костюме инженера и все. У нас ничего нет. Зарегистрируйтесь все. Только наши мозги. Айзек Кларк, приветствуем вас на борту корабля USG Ишимура. Икс синхронизирован. Получите кинезис и стазис модули у исполняющего обязанности главного инженера Джейкоба Темпла. Местоположение – ошибка. Сотрудник не обнаружен. Вот это поворот. Охрана не отвечает. Главный инженер тоже. Что у них тут со связью? Мы сюда как раз-таки прибыли, чтобы починить связь и вообще понять, что происходит на корабле. Чё, почему не открывается-то? Выглядит все заброшено. Кто-то куда-то спешил. Мы никуда не спешим. Я подобрал какой-то партнерский материал. Где все охранники? Да где вообще кто-нибудь? Журнал пустой. Графика дежурств нет. Лифт обесточен. Великолепно. Эта консоль все еще дышит. Айзек, найдите отчет о повреждениях. Надоели мне эти кошки-мышки. Ладно. Следуйте за локатором, чтобы найти текущую цель. Включил локатор. Кто-нибудь это чует? Что это? Вентиляция, как будто кошка сдохла. Фу. Так, так, так. Тут на полу что-то странное. Это что? Айзек, отчет о повреждении. Сейчас. Дверь закрылась за нами, поэтому я немножечко испугался такой. Думаю, что случилось? А это дверь. Айзек, покопайтесь в консоли. Да сейчас покопаюсь. Загрузите отчет о повреждениях, да. Мать ваша, какая вонища. Что узнали, Айзек? Долбануться. Тут не только связь и стыковщик. Пол корабля мигает красным. Двигатели, корпус, вагонетки. Как можно так изувечить планетарный потрошитель? Так, я восстановила питание. Вентиляция на ходу. Сейчас дойдет и до люка. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Опять поломка? Нет. Система ввода карантина в норме. Стойте, вы слышали? Да. Да-да, есть что-то. Хэммонд! Без паники. Ты не лучше пустить элиты. Там что-то ползает. Потолок! Боже, Чейн! Чейн! Дэниел, открой нам двери! Дай, спасти! Бегите оттуда! Кендра, двери! Есть, открыто! Класс.
Месиво. Воу, я бегу. Я хотел посмотреть тут, что вообще происходит. А тут какая-то лажа. Куда мне бежать-то теперь? Так, он оттуда откуда-то. Тут закрыто. Валим. Я не представляю, как я умудряюсь уклоняться. Они еще мажут специально. Да что вы, почему я пройти-то не могу? Ребята, выходите оттуда, выходите. Мне нужно бежать именно туда. Все, спасибо. Спокойствие, только спокойствие. Я в костюме, у меня маска. А ну не встает, беги! Я бегу. Обалдеть, сколько их за мной бежит. Это же лифт. Ништяк. Все, ребята, пока. До свидули. Увидимся с вами. А что, куда вы делись? Я только хотел свалить, а вы взяли куда-то наверх прыгнуть. О, вылез, снова вылез. Ладно, я пошутил. Все, я точно теперь валю. Все, пока. Пока. Ты дойдешь до лифта? Я могу тебя довести. Я как настоящий лифтер. Они снова наверх упрыгивают. Ладно, значит, я буду одинокий лифтер. Поехали. Мне нельзя в ужастики играть, ну серьезно. Нет, ну вот это, конечно, было немножечко страшно. А чё? Класс! Вот это его я тоже в кровище. Но так как я в маске, я не заражусь. Не понял. Офигенно. Пожалуйста, помогите. О боже, пустите. Где мои внутренности? Пожалуйста, я все растерял. Пустите! Кто-то кричит за этой дверью. Он растерял все свои внутренности. С одной стороны, это смешно звучит, а с другой как-то не очень. О, ящичек. Странно, что я с ним взаимодействовать не могу. Чувак? Его ж тут не было, или я не заметил? Неожиданно так появился. О, ништяк, плазменный резак. То, что нужно. Как будто степлер зарядил. На стене написано кровавыми буквами. Не могу, правда, разобрать, что там написано. Да и не важно. О, для плазменного резака батарейки. Хорошо. Это что, шауха? А нет, это кредиты. Кредиты, точно. Мы же будем тратить бабки. Бабки будем тратить. Ближний бой. Удерживайте удар. Вот это удар ногой, пробел. Во, можно бить вот так. Как будто я психую. Нервы надо подлечить. Ладно, сейчас будем пробовать сюда пройти. Здесь больше никуда ничего. Мне кажется, что вот это вот... Да, я был прав. Надо было разломать... Надо было ногой его топнуть, а не стрелять по нему. У меня и так снарядов немного. Можно как-то менять направление лазера. Вот видишь, три точки у нас горят. Их как-то можно менять, но не знаю как. Ух ты, ёлки. Красавчик какой. Бошку отстрелили. И руку отстрелили. Нормально. Мужик, ты чё, как? Как тебя изворотило-то? Шея, по-моему, сломана. Конечность... О, этот за мной таскается. Зомбарь. Нечисть это. Так, что-то здесь надпись какая-то появлялась. Но я все профукал. Засмотрелся на трупики. Я, кстати, от крови отмылся каким-то образом, что очень подозрительно. Там трубы шумят. Наверное, нам туда не стоит идти. Не показалось ли, кто-то пробежал? Я просто моргнул в этот момент. Ну, ладно, неважно. Пойдем. Пойдем сюда. Тук-тук-тук, есть кто? Ускоримся, а то слишком длинный. О, подожди. Забрать медикаменты. Инвентарь у нас есть. Давай посмотрим, что у нас тут в инвентаре. Плазменный резак, малая аптечечка, ну и, соответственно, батарейки для плазменного резака.
Ничего интересного. А, подожди. Там еще что-то можно было посмотреть. Карта вот у нас есть. Дальше. Квесты, все задания. И база данных. Можно тут послушать еще раз какую-то запись. А ну не отстает! Беги! Ну, конечно, еще себе немножечко нагнетем страху и пойдем дальше. Пока тишина. Спасайтесь. О, мои ребята. Айзек. Господи, Айзек. Живой. Чудом. Они тут кишмя кишат. Чень, он ведь... Чень погиб. Шансов не было. Что это за твари такие? Некоторые носили униформу и шамуры. Это экипаж? Да нет же, бред какой-то. Ты их видел? Нам нужно на мостик. Если где и искать выживших, то там... Не выйдет. Мы под карантином. Транспортную систему отрубило. Вы оба ремонтники. Найдите выход. У нас тут затор. Вагонетка сломалась и перегородила пути. Инфопанель коротнула. Запасная есть в инженерном отсеке. Карантин без нее не снять. Вход в отсек на твоей стороне. Выдвигаюсь. Ты, главное, подведи ток к аварийной системе. Я, Айзек? Да. Уверен, Николь жива. Она ведь врач. Она поступит по уму. Да уж. Глупости она не делает. Найдите, где спрятаться. Я скоро вернусь. Цель обновлена. Запустите вагонетку. Замените поврежденную вагонетку. Что это? Отслеживание задач. Меню заданий на таб. Ладно, разберемся. Эти всплывающие окошки повсюду. Этот худ меня раздражает. Что тут отсутствует? Нужна какая-то плата. Окей, поищем. Вон туда надо идти. Здесь мы тоже ничего не сделаем. Где-то я что-то тут видел. А, вот. Вот это, по-моему, отхил. А, нет, это ящик обычный. Значит, можно выйти сюда. Нам сюда, кстати, и надо было. Это вагонетка, вот, получается. И что-то там внизу. Оу, оу! Я бы вниз спустился, вон с той дверью подружился. А мы, кстати, это и можем сделать, но подожди. Еще вот туда можно зайти. Это что? Зал грузовых и багажных. Чего-то там. Нам сюда надо? Нет, нам сюда не надо. Но мы сходим. Мы сходим все равно. Ух, сколько здесь всего. Любопытного. Это что, кредиты? Деньгами кто-то тут разбрасывался. Вот тоже что. Кредиты. Экономьте боеприпасы, отрубая противникам конечности. Отрубайте конечности, чтобы быстрее убивать врагов. Расчленяйте врагов, чтобы замедлить их. Спасибо за добрый совет. Здесь пусто. Ты живой? Ух ты. Как насчет отрубить тебе конечности, ноги, например? Мимо. Есть, минус нога. Слушай, ну это долго, да, вот так вот тебя кромсать? Если мы тебе руку отстрелим? Угу. С трупов могут выпасть дополнительные предметы после удара ногой. О! Вот, кстати, смотри, я научился менять вот эту фигню. Видишь, как крутится у нас плазменный резак. Патроны, кстати, закончились. Что плохо. Спасибо, что сказали мне. После того, как я уже нескольких таких чунгачкуков убил, я бы их и раньше потоптал своей ногой, чтобы выпали какие-нибудь припасы. Щиток. А как? А, навигация на кнопочке. И вот это тоже включим. Ага, либо туда, либо сюда. Ладно, вначале зайду сюда. Патронов-то нету. Будем драться. Вот так вот махать буду. Станция сохранения. Конечно же, сохранимся. Кто знает, что нас там будет ждать дальше. Сохраниться. Отфоткали нашу рожу. Теперь можно идти дальше. Инженерный отсек. Айзек, в башку этим выблядком не стреляй. Даже шаг не сбавляй. Ну да.
Им разве что конечности отрубать. Руки эти, ноги. И то неясно, убил или лишь обездвижил. Блин. Патрики нужны. Ладно, будем сейчас драться. Этот, кстати, без костюма. Еще кто-то идет. Открывай быстрее дверь. Как долго-то? Я бы сюда попозже вернулся, ребят. Перенаправим энергию. Все, дверь закрылась. Пускай они там бродят. Я с ними бы не справился вообще. Серьезно. Так, ладно, мы перенаправили на энергию куда-то сюда, куда-то в другую сторону. А, вот сюда мы перенаправили. Трем хранилище. Может, тут сейчас батарейки нельзя? Тут кто-то есть? Наверное, просто вентиляция сломалась, ничего страшного. Какие-то звуки подозрительные. Бронзу какую-то фигню подхватил. Подхватил, звучит не очень. Слушай, а батареек-то у меня дофига, я просто же перезарядиться мог. Ё-моё, вот это я дундук. Глупыш. Короче, если вот так стрелять, то по горизонтали летит пуля. Она как бы как нитка такая летит. Если так, то по вертикали нитка летит. Все понятно. Но я хотел посмотреть, вот, что, вот это что такое. Бронзовый полупроводник, редкий электрический компонент. Продайте в магазине за кредиты. Ага. Ладно. О, свет. Как хорошо тут свет заработал. Ну, я так полагаю, что тут все, наверное. Нет, не все. Узлы какие-то. Заберем. Пригодится. Тут вон сколько ящиков. Кредит. А я хотел отсюда уходить. Ну-ка. Нет, так не работает. Ну все, вроде бы здесь все. Пойдем опять туда сходим. Переключим наше. Так, это двинуть можно вообще или ногой? Нет. Топот ногой нам не помогает вообще никак. Перенаправляем всю энергию сюда. Поворачиваю плазменный резак, открываем ворота. Вот и все. Готово. Обязательно давим тушки. Не-не-не, дверь мы открываем дверь. Надеюсь, что тут больше никто на нас не вылезет и не прыгнет. Это что такое? Наверное, это бомбочка. Если в нее стрельнуть, она взорвется. Да, я был прав. А вот в виншахту мы можем лазить? Нет, мы не умеем прыгать вообще. На прыжок мы только умеем ногой топать. Дофига ящиков, это вообще шикарно. Сейчас поднахапаем тут всего. Есть тут кто? Ну, в плане патронов у меня просто их дофига. Еще одна подрывашкина. О-о-о, сейчас подорвем. Иди сюда. Хорош. Нормальненько. О, с него даже что-то выпало. Еще подавлю немножечко на всякий случай. Но вроде бы, когда они взрываются, с них так все выпадает. Там мы вниз идем. В комнате что-то светится, но нет энергии. Надо переправить ее, перенаправить, одно и то же, в принципе. Отсюда можно спрыгнуть и покончить со своей такой вот скудной, мрачной жизнью. О, аптечка. У нас чуть-чуть здоровья меньше стало на одно деление. Вот то, что на спине светится, это наше здоровье. 4 деления. Можно, конечно, его поправить, но это сделаем чуть попозже. Так, подожди, я еще вон туда могу сходить.
На китайском что-то кто-то там бормочет. Сразу понимаю, что будущее за китайцами. Вызвать лифт. Ага, на лифте можем куда-то уехать. Мы вообще очень сильно отбились от основной цели. Мы должны были починить вагонетку, чтобы наши товарищи, компаньоны уехать могли с той зоны. Но нам плевать. Мы продолжаем изучать корабль. Ладно, поехали на лифт. Вообще хотелось бы сюда попасть. И вот видишь, красный провод ведет куда-то наверх. А, скорее всего, мы на лифте туда уедем. Точно. Точно. Поэтому погнали на лифте. Перезаряжу. Да, мы точно едем наверх. Сейчас здесь перенаправим энергию. Пока тихо. Пока никого. Боеприпасов здесь немереное количество просто. Тогда, когда я играл впервые в эту игру, надо подавить вот этих чуваков на всякий пожарный. Я же говорил, что на всякий пожарный. Этого тоже раздаем. Опс, трупик улетел. Короче, когда я только начинал играть, еще будучи школьником, ну, маленьким перцем, мне казалось, что эта игра очень сложная. Капец, какая сложная. И мне тогда почему-то не хватало патронов. Видимо, в ремастере чего-то добавили, что-то улучшили. И пока что играется очень легко. Откройте шкафчики. Мы уже столько шкафчиков открыли, а вы мне только сейчас эту подсказку даете. Вы с ума сошли. Опа. Это журнал чей-то. Ишимура, отдел техобслуживания, аэрокосмические техники, отчет о ремонтных работах на челноках. Второй день экспедиции. Сломан четырехмерный радар, борт UCG. Четвертый день экспедиции. Повреждены посадочные репульсоры. Ну и, короче, с каждым днем тут все что-то ломается. Насосы сломались. Пятый день. Повреждена косынка ускорителя. В общем, все плохо. Все очень плохо. А вот то, что мы искали. Нужно вот сюда вот перенаправить энергию. Лифты нам по-любому нужны. На лифтах нам еще спускаться вниз нужно. Тин-тин-тин. Ну тут вроде бы все мы собрали. Ничего не видно. Привет. Подожди. О-о-о-о-о-о, ребят, вы че? А ну отошел. Ой, здоровье плохо. Ты еще ползешь? Использовать аптечку? Конечно, надо использовать ее. Вот, подправили здоровье немножечко. Где еще один трупак? Или они тут вдвоем вместе валяются? Воу-воу-воу, брейк-данс сейчас был конечностью. Так, вот он. И кредиты. Все, бежим, бежим. Можно было бы назад отойти и взорвать бочки, но этого не случилось. Все пошло не по плану, как это обычно бывает в хоррорах. Спускаемся вниз. Получается, мы заходим в ту комнату, где фиолетовое свечение было, и что-то очень важное, по всей видимости. Собираем это и идем чинить вагонетку. План пока что такой. Тут бочек нету? Вот бочка стоит. Давай. Хорош. Очень удобно. И вот аптечка. Где? Кто? Сзади, спереди. По ногам. Еще кто-то сзади. Даже не слышно, как они из вент-шахты вылазят. Обычно вент-шахта эпично ломается, а тут из-под тишка как будто.
Вроде со всеми разобрались. Тебе ничего нету? Ух ты, елки-палки. Не думал, что взрывоопасная вот эта бочечка взорвется от моего топота. Ну, теперь будем знать. Вот, вот что я ищу. Инфопанель. Айзек, нам бы сматываться, а то всюду шорохи. Полдела сделано. Инфопанель я взял. Скоро уберу вагонетку. Принято. Дэниелс, следи за дверью. Короче, мы выполнили задание, которое должно было быть вторым после починки вагонетки. Мы немножечко опережаем события, но ничего страшного. Чей-то журнал нашли. Мистер Смит от Джей Райт. Тема. Партейка в покер. Ну, это неинтересно играть в покер. Верстак. О! Здесь мы можем улучшать наше снаряжение. При помощи верстака можно улучшить оружие ваш X. А сброс улучшений происходит за кредиты. Офигеть, сколько здесь узлов-то на самом-то деле. Здоровье. Можно прокачать здоровье. Кислород. Пока нам не надо, мы никуда не выходим еще из корабля. Радиус действия стазис. Давай-ка назад. По плазменному резаку посмотрю, что тут у нас. Урон. Вот. Давай-ка сюда вкачаем. Теперь вместо 100 урона он наносит 110 урона. Емкость прокачаем. Теперь вместо 10 снарядов у нас 11. Может быть, в обойме. Неплохо. Наше первое улучшение. И уже есть какой-то эффект. Проверяем. Да, 11. Все здорово. Но выдвигаемся обратно. Ну да, кто бы сомневался вообще. Есть еще кто-нибудь? Нет? А такая музыка была, как будто армия бежит. О, бегут. По ногам стреляем. Дальше по рукам. Жалко, я не могу вот это взять и кинуть куда-нибудь. Че ты покатился? Не нравится место на горочке? Ух ты, ёлки! Как-то я тебя раньше-то не заметил. Так, а как-то же можно фонарик просто включить? Ой. Я нажал F и восстановил здоровье. Я молодец. Обычно на F фонарик включается, но, как видишь, не всегда так в играх. Вот этот трупик я, кстати... Ага. Буду ходить и всех давить. Как насекомых. Ну все. Здесь зачистили. В бошку. А говорили, в бошку не стреляй, ничего не получится. А у меня вышло. Кто там? Какую-то фигню тащу с собой. А, стой, мы прошли проход. Вот нам сюда. Я ощущаю почему-то себя таким неким дурачком-инженером, да, который ничего не боится и вообще насрать на то, что происходит вокруг. Используйте экран карты для того, чтобы проверить важные локации. Давай, сделаем это. Карту. Так, я запутался. Мы вот отсюда не приходили. Мы пришли вот отсюда. Вот эту вот локацию мы исследовали. Сейчас находимся здесь. Слева от меня есть дверь, которая позволит нам сюда пройти. Мы там были, кстати. Можно теперь вот сюда идти. Где это? Вот она, эта дверь. Транспортная. Это... Да, мы там были с вагонеткой. Для массового перемещения груза свяжитесь со старшим по грузовому трюму и получите расписание погрузчика. Окей. Я вас услышал. Вначале мы вставляем то, что нашли. Инфопанель установлена. Ошибка. На путях поврежденная вагонетка. Свяжитесь с командой техобслуживания. Команда техобслуживания — это я вообще. Я здесь и пошел чинить вагонетку. Я же инженер в конце концов.
Спускаемся вниз. И встретимся. А как ты туда выпал вообще? Как это получилось? О, так это же инженер, такой же, как и я. Прикольно. Вот что меня может ждать, если я плохо буду себя вести. Ой, он, кажется, я вошел в его тело очень удачно. Своим башмаком. Нифига себе. Вот это ор. Склад вагонеток. Уровень допуска первый нужен. Надо пошариться в карманах вот у этого инженера. У тебя точно нет ничего? Нет, по всей видимости точно. Ой, ой! Он разлетелся на кусочки. Ладно. Я пошел дальше. Это кто у нас? Стазис. Перезарядка стазиса. Модуль отсутствует, поэтому я воспользоваться не могу. О, это что у нас? Стазис модуль. Пожалуйста. Сейчас я его с руки вытащу. Ну здорово, у меня теперь есть суперсила. Стазис модуль. Замедляет врагов и быстро движущиеся объекты. Удерживайте прицел, а дальше использовать стазис. Его только за... Нет, заряжать его не нужно. Ну пойдем проверим наш стазис. На входе в инженерный отсек сломалась дверь. Чинить можешь? Нет. Но я нашел стазис модуль. Если ее замедлить, проскочу. Я только хотел это сказать. Класс. А как долго он будет действовать? Взяли трупак, размельчили. О, башка. А нет, это не башка. Похоже на мясорубку. Я сделаю это первым. Кстати, нифига здесь стазис батарейка. Подзаряжайте модуль стазис. С, используйте стазис батарея. Сейчас. Я подзарядил. Кажется, подзарядил. Покажи руку. Руку свою покажи. Ты зарядил батарейку? А не видно, блин. А что-то не видно, он не светится, стазис. Ай, потом проверю. Сохранение. Везде, где есть сохранение, я буду сохраняться. Потому что это же не просто так сделано. Какой проходик? Надо карту посмотреть, чтобы не заплутать. Ага, вон-то где мы. А нам нужно направо сейчас идти. Но мы можем и налево сходить, там будет видно. Ничего себе. Мы могли налево сходить раньше, но сейчас уже не можем. Да чё за звуки ужасные? Освещение включилось. Прикольно. О, подожди. Ничего не упало, к сожалению. Стазис... Блин! Я только что батарейку потратил, а можно было здесь зарядиться. Ну, по крайней мере, мы теперь знаем, что стазис зарядился. И он почему-то не светится у меня на руке. Как бы я это ни пытался высмотреть. Есть кто? Карту посмотрим, где это мы вообще находимся. А, это мы пришли туда, куда нам нужно вообще. Дверь закрылась. Чё-то ничего не выпадает больше с этих веншахт. Удивительно. Один раз что-то выпало, и все, типа, хватит тебе. А чё я в них стреляю, дундук? Надо их выбивать рукой. Чё я туплю и трачу снаряды на них? О, жетончик для прокачки. Аудиожурнал. Получено сообщение. Инженерный, это Бенсон. У вас стазис-модуля нет под рукой? Отправьте в ремонтный отсек. Автопогрузчик сдох. Тут вся система встала из-за одной вагонетки. А доставать ее, естественно, мне. Это Темпл. Шлю стазис-модуль. А что с погрузчиком? Хрен пойми. Сейчас вечно что-то летит, и я тут слышу всякое. Из механизмов, где и нет никого, понимаешь? Да уж. Там мы вот эти вот нечисти всякие лазили у него уже.
Слышит он там что-то. Я представляю, когда он их видел вживую, как он пересрался. Удивительно, ничего не выпадает. Дверь закрыта. Ну пойдем, там на панели нажмем кнопочку одну. И что-то должно произойти. Ремонтная система активирована. Система погрузки перезапущена. А вот и вагонеточка. Внимание! Неполадки в работе автопогрузчика. Пожалуйста, свяжитесь с ремонтным отделом. Ремонтный отдел уже здесь. Так, так, так. Что еще я могу здесь сделать? Начать захват, да? Откуда ты вылез? Зря я, короче, повыбивал вот эти вот вентиляционные отверстия, потому что если бы я их оставил, я бы слышал, как они выпрыгивают. Поэтому это была плохая идея. Захват прицеплен. Ну, все. Дальше. Присоедините захват вручную для начала ремонта. А, вручную. Вот этот захват не сработал. Так, как мне это сделать? Вот этим вот захватом? Блин. Получайте, таракашки. Еще разок. Ошибка. Потеря захвата правым манипулятором. Как дела с вагонеткой? Автопогрузчик сбоит, но стазис должен помочь. Главное подгадать момент. Ладно, но поскорее. Здесь хорошая слышимость. Правый манипулятор подсоединен. Ну, в принципе, мы все правильно сделали. Мы молодчики. Начинаем. Замена поврежденной вагонетки. Ожидайте. О, откуда ты выбежал? А где вагонетка? Вниз ее таки спустили. А, ну понятно. Сейчас со всех сторон будут вражин нападать на меня. Ух ты. Я хотел... Ну давай, ударь меня, я тебя с ноги. Вот, отлично. Раздавил чувачка. Надо отхилиться, наверное, да? Вагонетку поставили, отлично. Замена вагонетки завершена. Получилось. Затор блокировал все движение. Возвращаюсь к пульту управления. Оттуда смогу отправить вас на мостик. Хорошо, только скорее. Тут кто-то возится прямо под полом. Ну все, можно выбираться. Тут мы точно все. Сейчас по карте. Да, тут закрыто. Значит, мы сейчас выходим. И вот в этой локации можем пошариться. Вот сюда зайти, туда. Тут закрыто у нас. Ну, в принципе, тут все закрыто, кроме вот этой двери. Окей, погнали. Я бегу, я бегу. Стазис подзарядим. Вон где стазис-то подзаряжается, на правом моем плече. А я-то думал на руке. Он как бы вставляет-то в руку, но зарядка видна на плече. О-о-о, здорово. Блин, пробить я тебя не могу, да? Через эту решетку. Прикольный, такой моржик бегает поверху. А, эта дверь закрыта, и мы туда вообще не пройдем. Но есть по соседству еще одна дверь. Отсюда мы пришли. Вот она, эта дверь, которая открыта.
Сейчас поглядим, что тут у нас. А, так это туалет. Ух ты, ты что голову повернул ко мне? Испугал меня. Кредитики. Сердце, я слышу свое сердце, как оно бьется. Или, может быть, это не мое? Я говорил, что я не буду этого делать больше, но что-то захотелось. Ребят, вы пришли тут помыться, да, в туалет сходить, а вас вот так вот тут распотрошили. Как свиней последних. Ой, на что-то наступил, по-моему. Ну все, выходим. И тут тоже закрыто. Ну, выходит, что больше нам тут делать нечего. Возвращаемся. О, мои любимые звуки. Конечно же, подзарядим стазис. У нас получается 3 деления на стазис. Соответственно, я 3 раза могу стрельнуть. Ух ты, как ты замедлился. На тебе. На. На этом... Ой, он какой-то покрепче, крепыш попался. У него присуха была. Так, стоять. Пока я тут, пойду еще раз стазис подзаряжу. А то кто знает, когда еще будет зарядка. Не, ну в рукопашечку можно, можно. Я думаю, если бы выскочил обычный монстрюган, он бы уже слег от моих сильных апперкотов. Ну что, вроде бы все. Можно запускать. Ремонт завершен. Вагонетка вызвана. Путь расчищен. Вон они, ребята, подходят. Остановка причальная палуба, зал управления. А, мне нужно нажать, да? Нет, вагонетка в пути. Ребятишек я спас. Мы сели. Потолок вмят, но вагон на ходу. Карантин отменен, в ангар можно пройти. Связь не работает, так что будь осторожен. Каков план действий? Вы с Джонстон чините Келлион. Мы идем на мостик. Все по инструкции. Инструкции? Хэммонд, тут людей режут. Мой долг вас сберечь. А инструкции спасают жизни. Посмотрим. Не нравится мне этот лысый? Вернитесь в Келлион. Ладно. Это значит обратно, да? Как мы пришли, так и уходим. И это вопрос... Пойдем. Тебя я уже давил? Давил. Это что? Письмо? Получен вызов охраны. Оно не сдохло. Промеж глаз пулю получило и хоть бы хер. Это пришлось ему все конечности отстрелить. Нужна помощь, срочно! Прикольно, побольше бы таких записок. Пока возвращаешься обратно, послушать можно аудиокнижку. А, знакомое место, мы же там были, с другой стороны, правда. Выскочишь? Давай раз на раз выходи. Трупачок. Точно трупачок. Эй-йоу. Есть кто живой? Ой, там в лифте прям вообще шикарно. Я тут же все вроде проверял, да? Ага. Свой, чужой, неважно. Подойди и раздави. Во благо будущего, так сказать. Над нами вроде бы ничего. Монстриков нету. Перезаряжусь пока. Тишина. О, о.
Ну что ж, мы вернулись. Но теперь мы с вооружением. А чё ты от меня убегаешь? Давай сюда зайдем. Музыка, музыка, музыка. Нагнетает-то, нагнетает-то. Обосраться можно просто. Ну, вот это было немножечко страшно, но не так прям. Надо, короче, играть ночью в эту игру, чтобы прям конкретно нервишки щекотали. Где верстак? Давно верстака не было. У меня уже две монетки есть. Я бы прокачал себя. Здрасте. О! Давай я тебе суперкота. А что, сзади кто-то есть или мне кажется? Слушай, ну он как бы это. Мне кажется, что сзади кто-то. О, точно. Ты так долго полз до меня, что ли, или что? Почему меня никто не бил сзади? Короче, неважно, дохленький вот этот вот монстрюган или мощный с прессом. От моих ударов кулаками они не сдыхают. А что за звук такой интересный? Вот тут вот какие-то звуки по трубам издаются. Айсек, мы на мостике. Это... Выживших нет. Дэниелс взламывает командный компьютер. Вот это поворот. Выживших нет. Кто бы сомневался, да? Я здесь еще в прошлые разы не очень хорошо все обшарил. Сохраняемся. В принципе, я себя здесь уверенно чувствую. Можно и сложность повыше потом поставить. Туда мы пришли. Ну все. Уходим. А сюда можно зайти? А-а. Вон там человеки нарисованы. У нас же в корабле вроде одна должна была остаться, которая с ногой поломанной. Ой, не поможешь мне? Иду, иду, иду. Ты измазался. Это кровь? Хелли, послушай меня. По всей Шимуре монстры, сука, бродят. Ты их не слышала? Что? Нет, связь же мертвая. Айзек... Надо срочно чиниться. Отчет готов? Да, он там. Сейчас я посмотрю на отчет. Но меня не взяли. Куда тебя не взяли? Знаешь, что там? Там жопа! Лучше тебе не выходить вообще с нашего корабля. О, журнал. Потом на досуге можно посчитать. Зак Хэммонд. Проверка биографии. А, это про нас тут что-то написано. Давай посчитаем. Как вы просили, пересылаю все, что мы нашли про специалистов, которых выслали чинить Ишимуру. Айзек Кларк, то есть мы. Сын Пола и Октавии Кларк. Родился на Земле на восточном побережье Американской Республики. Пол Кларк был известным архитектором кораблей. Работал в Galactic Union Merchant Marine. Имел награды. Согласно архивам, много времени проводил во внепланетарных командировках. После рождения Айзека Гумц представила Полу временную должность на своем кораблестроительном заводе на Земле. Следующие 4 года Пол и Октавия воспитывали Айзека вместе. После окончания контракта Пол вновь покинул планету на продолжительный срок. Судя по всему,
Отцовское влияние не прошло даром. Айзек выбрал карьеру инженера-электромеханика и достиг заметных высот. Согласно медицинской карте Октавии, долгое отсутствие Пола Кларка сильно ее угнетало. Она переживала периоды депрессии, приступ острой тоски, пока врачи не порекомендовали ей найти отдушину на поприще благотворительности. Предполагается, что именно так она познакомилась с церковью юнитологии. Что за церковь юнитологии? По первости казалось, что взаимодействие с церковью идет на пользу ее психологическому состоянию. Отказ от терапии совпал с объявлением местного прихода об инициации Октавии Кларк. Есть информация, что Октавия продала практически все имущество семьи, чтобы приобрести полное членство в церкви. Ёлы-палы. Ее в секту, короче, и затянули. К тому времени Айзек поступил в престижный инженерный вуз, однако, судя по всему, не имел возможности оплатить обучение, так как впоследствии учился в более скромном институте, предлагавшем стипендию и финансовую помощь лучшим студентам. Айзек окончил вуз с отличием и завербовался в Мерхант Марине. Он быстро завоевал репутацию грамотного и находчивого инженера, что позволило ему через 2 года получить повышение и перевестись в район с более интенсивным движением космического транспорта. После этого, однако, карьеру Айзека ждал застой. Судя по записям из психиатрической клиники, в этот период здоровье Октавии серьезно пошатнулось. История банковских платежей показывает, что Айзек оплачивал ее лечение. Предположительно, именно в клинике Айзек познакомился с практикующим нейропсихиатром Николь Бреннан. Медицинская карта Октавии упоминает ее в качестве лечащего врача. Пара сожительствовала до тех пор, пока Бреннан не получила повышение и не отправилась служить на Ишимура. Конец стационарного лечения Октавии совпал с возвращением Пола из длительной командировки. Задание Пола, в чем бы оно ни состояло, покрыто завесой тайны и засекречено по приказу совета директоров. Если Пол не поведал Айзеку о своем полете, то секрет он унес с собой в могилу. Далее мы находим извещание о смерти Пола и Октавии. Их тела, равно как и все имущество семьи, было передано церкви юнитологии. Судя по всему, в согласии с последней волей Октавии. Неоднократное обращение Айзека с требованием вернуть тела родителей, по-видимому, не нашли отклика. Церковь отказывается разглашать любую информацию о своих прихожанах, а поэтому причина смерти Кларка остается неизвестной. Если подводить итог, Айзек более чем квалифицирован для подобных работ, но обсуждать с ним религию я бы поостерегся. Кендра Дэниелс. В столь короткий срок информации о ней я не сумел найти никакой, однако Дарлтон уверен в Кендре на все 100. Предполагаю, что в экипаж ее включили по ее личной рекомендации. Если он считает, что ей это по плечу, не вижу причины спорить. Чуть-чуть пролили свет на нашу жизнь. Как бы с семьей все было не так хорошо. Маму засосали сектанты, отец был в очень длительной командировке. Короче, выживал как мог. Все, идем сюда. Смотрим борт-журнал. Не поняла. Мать твою. Конверт. Перегрузка секретного конверта. Немедленно эвакуируйтесь на безопасное расстояние. Уходим. Ну вот еще минус один компаньон с нашего корабля. Фух, ты еще живой, что ли? Ничего себе. Айзек, что там творится? Джонсон погиб. Келлиан уничтожен. Сингулярный конвертер не выдержал. Нет. Без Келлиана не вернуться, мы в ловушке. Нет.
Их смерть не будет напрасной. Как командный компьютер? Кирпич. Для доступа к системам нужен код капитана. Значит, ищем капитана. Где его? Сейчас. Так, вот. Капитан Бенджамин Матиас. Местоположение медотсек. Статус мертв? И капитана достали. Охренеть. Айзек, ты ближе всех. Можешь срезать через инженерный. Найди тело капитана и его X. С его кодами мы... Что это там? Чень? Вашу мать! Хэммонд, беги! Дрёс! Хэммонд! Блять! Эпичная концовочка, да? Перейдите в медицинский отдел. Ну что ж, я думаю, что пора закругляться. Если тебе понравилось и ты хочешь увидеть прохождение этой игры и дальше, то ты знаешь, что нужно делать. Ставить лайк, подписываться. И тогда мы вновь увидимся в новых роликах. Так что до встречи.